Всем привет! Вы на канале OEMZAP. Сегодня у нас на ремонте вот такой вот автомобиль Kia Sorento. Это, по-моему, 2012 год. Мотор D4HB 2.2 дизель. Приехал он с проблемой, что у него газы идут в систему охлаждения. В общем-то, после дефектовки было обнаружено, что прогорела прокладка. Головка уже снята и отправлена на прессовку и на фрезеровку плоскости. Это обязательные две процедуры, которые необходимо делать при пробитии прокладки ГБЦ. Пришла головка D4HB на прессовку к нам в металлообработку. Зачистили чисто, где водяные каналы, чтобы у нас резинка прилегала. Ну, если она у нас проходит опрессовку, мы ее все равно будем фрезеровать. Чтобы опрессовать, нужно все отверстия заглушить и одно оставить, чтобы туда дать воздух. У нас в таком случае вот такая приблуда именно к этой башке. Все аккуратненько укладываем, чтобы двойную работу не делать, как говорится, мартышкиного труда, чтобы не было. Такое у нас охуенное стеклышко. Вот так ставим. Так пройдет, так пройдет. Посередине одна. Пошла жара. Сильно не зажимаю, начнем потихоньку давать воздух. Уже видим, где пропускает, там поджимаем. Того мы даем 6 атмосфер. Ванна у нас 42 градуса.
пока все четко. Но обычно на 6 атмосферах она либо сразу показывает, либо уже будет нормально. Но мы все равно прогреем ее. Посмотрим. Отфрезерована, сняли мы с нее 0,07. Если кому что надо обработать, опрессовать, фрезернуть, шлифануть, загелизовать, обращайтесь в УМЗАП, поможет. Всем спасибо, до свидания.